Вечерний город, конечно, красив, но все это не настоящее. Все эти огни погасят 12 часов и все. Меня больше интересует настоящая жизнь, чем занимаются китайцы по вечерам. Поэтому мое любимое занятие – ходить по вечерам и смотреть, что же происходит как на дорогущих проспектах с крутыми отелями, так и в самой захудалой подворотне. Небольшая видеозарисовочка. К сожалению, в стране не очень спокойно, поэтому полиции намного больше, чем было полгода назад, когда я впервые был в Китае. Все вот эти вот полицейские охраняют вечерний досуг обычных китайцев, которые никакие не террористы, просто хотят отдохнуть. Изучаем дальше вечернюю жизнь Китая. Интересно, чем они тут занимаются? Ну, это просто... Это капец. Ну, судя по всему, это кафешка, смотрят телевизор. Можно, наверное, что-нибудь покушать. Тут у них покушать можно... Вон, вот там вот тоже. Вот видите? Там тоже можно что-то покушать. А тут интересно, что... Какой-то боевик смотрят. Ну, ладно, не буду им мешать. Это дешевле, ведь тут во что-то играют, тут просто сидят. Ё-моё! Я надеюсь, меня здесь где-нибудь не убьют в подворотне. Если убьют, считайте меня коммунистом. Или как там анекдот? Ну, хотя вот молодые девушки не боятся ходить, значит, не убьют. Тут смотрят тот же самый фильм. И тоже везде еда. Еда, 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 еда.
Не, ну это просто жесть, реально. Я бы вот в таком месте жить не смог. Я не знаю, как это выглядит днем, но ночью это выглядит просто... Ну, какой ночью? 15 минут 9-го, это выглядит просто ужасно. Спросил, сколько стоит проститутка. Сказала, 100 юаней. Напишите в комментариях, что это за игра такая. И как в нее играть. Они на деньги играют. Ну ладно, похоже, это надолго. Тут какой-то игральный дом. До утра, наверное. Нет, не угадал. Это игральная улица, а не дом. Я не понял, а с кем он играет? Или он просто спит? А, он спит. Видимо, остальные игроки уже ушли. Ждут его хода. На деньги играют. Какие-то ставки делают, не знаю, что это такое. Молодец. Вы знаете, мне зрители говорят, что после моих видеороликов они решили съездить в Китай. Но вот для того, чтобы не складывалось ощущение, что Китай это просто сказочная страна, здесь все красиво, убираются чисто и так далее, просто я чаще всего все-таки положительные эмоции передаю, я иногда заглядываю вот так, на такие вот улочки. Ну вот на халяву можно набрать пропавшую еду. Чем, собственно говоря, здесь некоторые занимаются, вот только что отсюда вот выбирали что-то, не знаю, что это такое.